Служение «Impact Outreach» во главе с его основателем и руководителем Павлом Чернецким и в сотрудничестве с локальным служением провело масштабную благотворительную акцию «Праздник хлеба» для 18 тысяч беженцев из Конго в лагере Кизиба, расположенном в горной местности региона Кибуй в Руанде, Африка. На празднование хлеба Бог приготовил для многих беженцев обильно накрытый стол. И не только из 20 тысяч единиц свежеиспеченного хлеба, но самое главное – из самых изысканных яств хлеба жизни. Тысячи семей услышали об Иисусе Христе, который является живым хлебом, сошедшим с небес. Небеса радовались, когда и взрослые, и дети открывали свои сердца для Христа. Слава Ему, сообщили в служении. Как отметили в Impact Outreach, раздача хлеба составила непростую задачу, так как 30% жителей лагеря – это дети до 12 лет. Во время раздачи хлеба создавалась большая давка, с которой, тем не менее, удалось справиться через некоторое время. Лидеры лагеря из Кизиба отметили, что подобная акция проходила у них впервые.